Че, Факер Дис выпустил на меня? Я разъебан тем, о чем даже не знаю. Hello, I'm Petersburg living, but I born in Samara. Факер тебя по факту разъебал, что ты одно слово придумывал 4 месяца. Не, нихуя факер насрал каким-то говном. Да, давно я Стас не смотрел. Прям на кучу все выгружу. Это части крыла. Вот это улов. Не знаю, возможно, факер решил подогреть интерес перед следующим КПГ, так сказать, такой пиар-повод. В целом, какая-то злая хуйня с хуёвым битом. Я могу сказать за себя, да? Я больше треки никакие переслушивать не буду 5 часов. Не буду, и мне похуй. Вечно модуй, вечно пьявый. Люду для прелюдий. Лапаю за грудью, а она лопочет грустно и тревожно. В доме 48 пропадают люди! Я не знаю даже, что мне дальше делать. Начались пропажи в доме 49. Остается плакать. Нет со мной Люды. Некого полапать. Пропадаю, люди. Не я это начал, ты сам должен был понимать. Так я не выпускал ничего. Ну, Ваня попросил помочь, я помог. И вообще схуяли вопрос. Опять забейтил какой-то дис, блядь, писать. Ну, точнее, рэп какой-то писать. Саша, за шо? Саша, успокойся, Саша. Зачем? Вы знаете, какой у неё мотор? До Киева довезёт. Лиза, ты глядишь на эту детку, у тебя горят глаза. Больше не забрать. Вечно молодой. Факер? Я понимаю, ты хотел реакции одно, но получилось полное, полнейшее говно. Окей, Саня просто въебал говна. Записал он свой рэп, ну да. Ну пусть будет готов тогда к жесткому дису на себе. А что, у меня жесткий дис был? По-моему, у меня достаточно лайтово. Ну не знаю, но у меня да, у меня очко подгорело немножко что-то. У меня был сиюсекундный порыв, я не спал ночью, и мне было делать нечего. Схуяли там какие-то предъявы, типа гнилые в этом дисе. Я просто показал, что можно сделать за 3 дня в сравнении с 4 месяцами. Факер, ты ебанулся? Ну, я согласен, мое говно, но это тоже полное говно тогда.